Эфир телеканала «Россия» продолжает утро «Кабардино-Балкария». В студии Мадина Махова. Здравствуйте. По поручению президента республики в районах и населенных пунктах Кабардино-Балкарии создаются новые и приводятся в порядок уже имеющиеся опорные пункты полиции. На их оснащение из республиканского бюджета выделено около 35 миллионов рублей. Два таких пункта открылись накануне в Прохладном. В результате, считают сотрудники МВД, снизится уровень уличного криминала, повысится раскрываемость преступлений и, самое главное, укрепится доверие жителей к стражам порядка. Ведь полицейский не просто новое название, это повышенная ответственность, особенно для участковых. Именно они наиболее ближе всего к жителям и к ним в первую очередь обращаются пострадавшие от каких-либо преступных действий. В диспетчерскую МЧС поступил звонок с сообщением о возгорании в одном из помещений пенсионного фонда. Пожар, к счастью, был условным. Предусмотрительное начальство ведомства по своей инициативе два раза в год проводит подобные учения. Профилактическая учебная эвакуация прошла успешно. Сотрудники учреждения организованно покинули здание. Более 400 человек вышли на улицу, как полагается, в таких ситуациях. И на это ушло чуть более минуты. К этому времени огнеборцы были уже на месте. Пожарные проверили помещение и ликвидировали условный очаг возгорания. Учебная эвакуация показала, сотрудники пенсионного фонда готовы к чрезвычайным ситуациям. В Северокавказском институте искусств прошел вечер в честь первой балерины Кабардино-Балкарии, балетмейстера музыкального театра, заслуженной артистки республики Розы Хакуловой. Совсем недавно артистка ушла из жизни, но ее по-прежнему ценят и любят. Хрупкая женщина с низким бархатным голосом, непререкаемый авторитет в классическом танце. Именно так, не сдерживая слез, отзывались коллеги о первой балерине Кабардино-Балкарии. Сегодняшний вечер – это вечер памяти замечательного человека. Человека, который способен посвятить всю свою жизнь было искусству, хореографическому искусству. И этим искусством заразить остальных. Это была лидер, это была личность, которая могла объединить всех в своем творчестве. А начиналось все в 60-е, когда в хореографический класс заслуженного деятеля искусств Таджикской АССР Александра Проценко пришли 120 детишек из села Кабардино-Балкарии. И лишь 30 из них смогли остаться. Среди них и была Роза Хакулова. Еще не верится, что Розы уже нету, как вот. Необычайной души человек. Динамичный ирландский танец, жаркий испанский, плоды всей ее жизни. Ученики не только говорили и вспоминали, а еще и достойно, на пределе возможностей, выступали перед гостями вечера. Для меня Роза в наши годы смогла открыть классику с новой, более яркой, более красивой стороны. Она стремительно пришла в мир искусства и подарила надежду на рождение балета в республике. И также стремительно ушла, оставив после себя целую плеяду известных и талантливых учеников. Полномасштабная реконструкция старейшего в России и единственного на Северном Кавказе Нальчикского зоопарка начнется уже в предстоящем году. С момента его основания в 1927 году подобных крупных обновлений не проводилось, сообщает пресс-служба мэрии Нальчика. Проектно-сметная документация на работы готова. Всего в плане реконструкции два этапа. В рамках первого зверей выведут с клеточного содержания на вольерное, а также построят зимние помещения с современными коммуникациями. Помимо этого будут созданы специальные загоны для хищников. Любой желающий может уже сейчас увидеть, каким будет зоопарк после ремонта. У центрального входа висит баннер с проектом реконструкции. А обойдется это все местному бюджету в общей сложности в 55 миллионов рублей. Первую часть, более 30 миллионов рублей, выделят в 2012 году. Остальную же сумму предполагают освоить в 2013 году. Ну а пока готовится документация на тендер, чтобы определиться с подрядчиками. Напомню, сегодня в прямом эфире жители России смогут задать свои вопросы премьер-министру страны Владимиру Путину. Трансляция онлайн-общения председателя правительства с народом начнется сегодня в 12. Тебя нас ждут впереди, узнаем завтра в это же время. Хорошего настроения!